Уважаемые граждане, просьба освободить тротуар. Защищайте проходы других граждан. Мы пока не знаем. Образуйте небольшой коридор, чтобы другие граждане могли спокойно понять замечания. Что такое? Азов! В чем проблема? Я стоял в одиночнике. А вы не проходите. Депутаты, дайте ответ, на каком основании задерживаете? Отпустите же! На каком основании задерживаете? На каком основании? Конечную станцию против не задерживаться при выходе из вагонов. Своих граждан воюете! Уважаемые граждане, пожалуйста, освободите трудовое мечание. Уважаемые граждане, просьба освободить тротуар, вы мешаете свободному проходу других граждан. Опа, и нету ничего, правильно? Свободу героям, Болотной!